Ребятки, всем привет, с вами Александр, у нас тут через пару дней, в понедельник начнется новая акция, если нажать просмотреть, нас перебросило в YouTube, и нам тут хотят показать вот этот, эту штукенцию. А, ну, это я уже, ребятки, видел. Это, видел, и ссылочку на этот видосик я тоже вам бросал. Так. Тогда, давайте начнем с главного. Показываем код дружбы 5B0F59, ребятки. Не забываем добавляться. И свои коды дружбы тоже пишите, в комментариях. Так, что у нас здесь произошло? У нас, конечно же, сейчас будет, ребятки, на прокачке наш легендарнейший дракон. Давайте начнем сразу с него, не будем откладывать этот долгий ящик. Так, пламенная звездочка. Пока что звездочка, он еще маленький. Так, давайте его отдельно разместим. Ну, опять этот глюк, короче, то есть нам не подсветили, что там, нам выпало. Еще и заглючило. Чё-то какой-то сегодня день глюков. Ну. Что ты будешь делать? Перезапускаем, ребята. Там. Так что, а вы пока игра запускается, напишите, получилось ли вам вывести пламенную звездочку и получилось ли вам вывести водяного или какой-то у нас дракончик был второй, которого мы прокачаем в следующей серии. А сейчас мы, ну, качнем на 20-й хотя бы уровень нашу пламенную звездочку. Блин, ну хотелось бы, конечно, его качнуть сразу повыше. Жутко не хватает арены PvP в этой игре, елки-палки, чтобы ты мог взять любого дракона и пойти им сразу посражаться. Ну, это я уже много раз говорил, но просто жесть. Вот появился новый дракон, вот ты никуда не можешь его припихнуть. Так, ладно, давайте сейчас мы пока... Так, у меня здесь комбинация, кстати, на водяного стояла, она нам не нужна, давайте. Грязь плюс киборг у меня там стоял. Пламенную звездочку, как я выводил, это был ветер плюс апельсин. Да, просто апельсин. А мы давайте попробуем вывести цветочек. Агава плюс облако. А что она сюда бросила? Коробка. Блин, на самом деле я бы... Если бы выбрал какого-то другого дракона, блин, ну сейчас, видите, глючит, короче. Давайте тогда комбинация на цветок. Оно так по-дурацкому работает, эта штука. Ну? О, раздуплилась. Так, давайте тогда прокладываться. Может, я кого-то из этих могу вывести? Получить. А, подождите, ну есть же. Я кого хотел? Обезьянку, может, попробовать? А, сколько звездочек нужно? Они пишут, подождите, а на сколько звездочек нужно, чтобы эпик был? Блин, тут, наверное, две звезды им нужно минимум. Да, редкий, эпик. Хотя странно. Чего им не хватает? Заколдовать. Дракон-муравей вообще-то мне больше нравится. Ну, почему у меня нету этих драконов? Ё-моё. Печалька какая. Этого нужно покормить на 16-й. А этих нужно заколдовать. А банана нужно колдовать на 2 звезды к этому делу? Интересно. Так, сова, чужой. Заколдовать, кормить. Так, все это я все могу сделать. Жучочек. Тоже могу вывести. Кстати, давайте тогда, ребятки, голосуйте, кого, мы будем выводить. Я хотел бы вывести Апекса и муравья. Но на муравья у меня... Так. Насколько нужно звезд колдовать? Аж на 2 звезды колдовать. Ну, на самом деле, это ничего страшного. Что нам стоит заколдовать? Это каких-то элементарных осколков стоит. Так, и тебя давай сразу заколдуем.
Ну, это очень дешево стоит на простых драконов, на 2 звезды, это вообще ни о чем. Давайте начнем выведение. 18 часов. Ну, что-то неплохое получается у нас уже, уже хорошо. Так, а мы тогда идем качать, кормить нашу пламенную звездочку и по-простому фейерверк. Вообще шикарная графика. Ну, это что, новый дракон, ребята? Когда появился этот дракон, кто знает? Что-то мне кажется, что он новый, просто шикарный. Графика вот как огонь, это дымок, точнее, бежит. Блин, просто круто. Просто круто, давайте сразу его сейчас будем кормить. Так, как у нас тут он подрастет? Третий. Вот так вот он у нас подрос. То есть у него хорошие показатели по силе удара. По-моему, он послабее будет, чем очаг. Да, там на единичку может быть. Ну, что-то около 80 у него после пробуждения всех стихий. Уже забыл, не помню, ребят. Так, а еще давайте глянем. У нас нет случайно какого-то задания. Так, ну, ракетка у нас уже у меня, кстати, есть. Дракон-ракетка. Здесь что? Ну, ради одного кристалла, ради 15 тысяч еды я не буду тратить VIP свой. А вот здесь накормите драконов как можно большим количеством. Ха-ха-ха, 1,2 миллиона, чуть не провтыкал. Чуть не провтыкал, вот эта штука, это очень плохо, вот разработчики жуки специально не активируют условия, вот это, блин, почему я должен заходить и нажимать «да», как бы это же бесплатно, то есть оно по умолчанию должно быть «да», я участвую. Ладно, давайте будем кормить, сейчас потратим немножко еды. Так, ну пламенную звезду мы, наверное, сейчас остановим на этом уровне. Пробудим ей стихийку. Это займет целые сутки. А кого мы будем сейчас качать? Так, факел у меня какого уровня? Факел. 47-й. Факел мы сейчас и качнем. Та-дам! У нас факел уже 48-й. А осень. Ой-ой-ой, надо осень. Осень. Ну, 47-й уже осень. Уже хорошо. Неплохо мы так, ребятки, усилили нашу команду. Так, давайте заглянем к ученикам, что у нас здесь происходит. Так, задание собирать. Это я сегодня обновлял задание. Учеников, короче, много. Лишь бы они только что-то делали. А то обычно какие-то лентяи. А, 8 дней назад заходил. Этот был сегодня, 8.03. Последний визит сейчас. Это неизвестно кто. Какой-то поляк, может быть. А вот Софи была сегодня. Но что-то это задание, по-моему, висит уже не первый день. Непонятно. Непонятно с этим, ребятки, что происходит. Что у нас тут по клановым делам. Нужно выиграть у нас битвы. И все. Ну, событие закончилось. Блин, отвратительное, ребята, 7-е место. Нет цензурных слов, чтобы выразить мое негодование. Столько желающих попасть в клан, и такие все ленивые. Вот никто не хочет делать то, что нужно делать в клане. Капец, я этого не понимаю. Зачем ломиться в клан и ничего не делать? Просто какой-то ужас. Даже вот эту вот ерунду вы забили. Ребята, живо выводить серу. Нам еще нужно 600 выведений практически сделать. Ну, а кутера я тоже скоро насобираю, как я писал уже, осталось 2 кусочка всего лишь для этого дела. 2 кусочка. Так, давайте, кстати, заглянем тогда. 4 битвы нам нужно выиграть вот здесь. Я уже поднялся повыше. Это легко, на по-вашему? Что-то как-то 49 уровень, я бы не назвал это легко. Ну, у меня, конечно, не заколдованный, но легко это вот это. Вот это раз, два и все. Вот это легко. Так. Идем дальше. А это уже легко. Ну, продолжаю, ребята, продвигаться все-таки по вот этой лесенке. Надеюсь, мы сможем еще плюс один, короче, какой-то турнир покорить по сравнению с тем, что у нас было. Я уже и забыл, как это. Ну, сражаться здесь, конечно, сейчас легко. Там зашел, там разок-два в день потратил минуточку, вот так вот посражался. И все вообще. Все шикарно, все легко пока что. Но, к сожалению, вот этих вот очков кристаллов этого портала, да, то есть их нигде нельзя взять, их нигде не дают.
То есть раньше вот эту вот штуку, блин, только вот взять негде. Если обычные нам приходят в подарках, вот здесь вот, да, почти насобирал снова, то вот те непонятно где, где их можно было брать. Ну, наверное, они просто сейчас уже не активны. Вот этот вот турнир, наверное, на него все забили, ну, в том числе разработчики, потому что, ну, нигде не даются эти призы. Ну, в виде таких вот осколков. Так. О, нам за что-то дали 3 алмазика. Кстати, да, это мы же выполнили кормление. Да, мы здесь уже все выполнили, все прекрасно. Да, но даже на 11 месте нахожусь. Но в этих акциях обычно в последние часы ребята там сразу тратят несколько десятков миллионов еды. Это такая вот стратегия. Ну, тех, кто уже сильно развился, у которых там есть по 100 миллионов еды, ребята понакапливали там. Жесть просто, что может происходить. Так, ну, нам до этого далеко. Ну, я пока стараюсь тоже выводить драконов. Их тоже прокачивать на там наш минимум на 16-й, кого-то на 20-й уровень. И увеличивать количество гнезд наших. У меня там в запасе довольно их много. И драконов разных, и всего у нас хватает. Вот вывел подменыша, да, по-моему, я говорил в прошлой серии еще одного. Ну, этого олененка одного я специально держу маленьким, чтобы было на него посмотреть. Так, вот у нас тут, кстати, колдовской дракон. Два колдовских... Ой, какие колдовские? Да, два колдовских. Черепаха и леопард. Это у нас колдовские. Хотя он здесь как называется? Это я его назвал леопард. Нет, это он и есть леопард. Но он вообще-то снежный барс. На самом деле. Так, возвращаемся к нашей колдовской арене. Так, не. 43-й левел. Извините, простите, что поделаешь. Это не нам. Нам не по пути. Так, ну вот здесь берем нашу самого слабого дракончика, типа а-ля осень, и мчимся в сражение. Ну и в конце еще, наверное, попытаемся покорить хотя бы одну остановку на карте. Свистун отсвистел. Так, ну, здесь у нас все идет легко. И божественный, хотел сказать, легендарный, нет, божественный. Был дракончик. И ничего легендарного она не попалась, к большому-большому сожалению. Так, и давайте ищем. Минус 16. Давайте обновленного факела возьмем. Да, он сейчас тут всех порвет. У, божественный дракон. Блин, у меня здесь и архангел, и факел, ладно. Тогда пойдем архангелом. Мы же для факела кого-то посложнее найдем. О, 43. Ощутимо так. 30% за два удара снял. Ингвар. Это меня так, по-моему, зовут этого дракончика. Так, Гермес. Так, и какой-то там радиоактивный дракончик. Так, а сколько у нас осталось ключиков, чтобы открыть боевой сундук? Ну, наверное, там много, потому что я его сегодня уже открывал. Интересно, минус 15. Давайте заглянем, что у нас там есть. Цветочек, кстати, колдовской, это дракончик. У-у-у, 44-й. Ладно, давайте попробуем. С одного удара. С одного удара 44-го на 3 звезды. Кстати, а дальше могут идти слабые. Блин, здесь надо было идти первой, ну, тигром своей слабой комбинацией. Так, ну вот тут звездочка здесь, звездная пыль здесь довольно сильная. Да, можно было справиться со своей слабой комбинацией здесь. Ну, как говорится, кто б знал.
Редкий. Ну, минус 60 от здоровья противника. Так, ну, здесь явно будет непросто. Ладно, не буду утомлять вас поиском, подбором противника. Давайте пойдем сейчас на карту, сделаем еще там один боечек. Кстати, а какого ты уровня? Нельзя посмотреть, да? Это я здесь, да? Ну ладно. Давайте нападем, наймем нашего помощничка. Давайте такого дракончика возьмем. И помчимся. Так, тираны не были такими злыми во время первого нашествия на Драколандии. Они объединили эти земли. Некоторые изобретения оказались очень полезными, но потом их сразила жадность. Прямо как тех ребят, что так и ждут случая, чтобы ограбить нас. А это, кстати, дракон мне напоминает из Monster Legend вот это вот. Галанте и его типа жену, там забыл как ее зовут. Валим самураев, как в игре Honor, в которую я не играл. Прощаемся с вами. Блин, всех за один удар, это круто. Так, я не планировал нападать на Радхорна, пока не проведал о злостной машине. Тогда я решил, что нужно что-то сделать, иначе тираны построят целую армию чудовищ и используют наши ресурсы для того, чтобы привести их в действие. Да, ну у нас развязка близка. Так, а какого же максимального уровня у нас будет противник? Мы уже дошли до 60 уровня. То есть, ну мы где-то здесь штопорнемся. Вот у нас здесь есть Ильюха. Ну, там осталось, там понты остановок. Хотя нет, наверное, вот сюда. И вот аж сюда, вот здесь последняя остановка. Там будут, наверное, 70-е. Я думаю, вряд ли 80-й уровень будет у нас противников. Так, ну, вот такие вот, короче, дела у нас, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. До скорых встреч.